4:30 должна была выйти вторая группа. Четыре машины какой-то хуйни поедет. Я выключил еще, когда отлетал. Вот сюда. Один тут остается. Я подумал, что они слева где-то. Дайте сектор для браунинга. Где пить? Мы фиксируемся, ставим позиции эти. И сегодня... А, кстати, и пускай... Заезжайте, заезжай, заезжай. Хорошо. Не сильно. Главное, нет кровотечения. Цепануло просто. Легче. Вроде да, поехали. Что, блядь, гони? Аккуратнее, аккуратнее. Забираем. Да, давай сюда. Парни, может я ему дам какой-то. Все будет хорошо, нормально лежу. Кракен. Их тут нет, блокпост слева. Так. Портфельчиком, да? Ага. Оп. Да?
больше будет. Парни, смотрите дом слева. Забирай. Туда пошел, пошалебец. Подождите, пацаны, блядь, не толпите. Это видео, как ты воруешь, блядь. Обворовываешь русский народ. Камазик. Целый БКшечки. На воровать у русских.